В воскресенье, накануне Дня защитника Отечества, на площади Республики в Чебоксарах собрались горожане. Митинг собрал всех неравнодушных, тех, кто хочет видеть Родину единой, а небо над ней чистым. День защитника Отечества. Праздник, в котором заложен огромный смысл – любить, почитать, защищать свою родину. В случае необходимости достойно ее отстоять. И сегодня тема патриотизма, единой гражданской позиции актуальна как никогда. Поэтому представители общественных организаций, политических партий организовали митинг на площади Республики. Когда мы разрозненные, мы не понимаем, что будет делаться. Потому что мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить всех защитников Отечества. Независимо, раньше говорили, что это мужской праздник. Я думаю, что и женский тоже, независимо от пола. Хочу поздравить всех с Днем защитников Отечества. Что Отечество для нас это самое главное. А потом уже мы должны понимать, что история нашей страны, она героическая, она сложена из тех людей, которые защищали наше Отечество. Активисты молодежного движения поддержали инициативу военно-патриотических общественных организаций «Чувашия». Очень здорово то, что в нашем городе проводится подобный праздник. Я считаю, все чаще и чаще нужно проводить подобные праздники, так как молодежи интересно такие мероприятия. Мы любим город, мы любим Чувашию, мы любим Россию. 23 февраля давно отмечается как праздник всех мужчин. Но немало и тех, кто помнит первоначальное и истинное значение этой даты. Павел Тимошенко – ветеран Великой Отечественной войны, совсем недавно переехал в Чувашию с Кавказа. В год 70-летия Победы готовится отметить свой 90-летний юбилей. Раньше был это День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Я всех благ желаю жителям Чувашии. Мне так понравился Чебоксары. Я здесь год, как раз год. А то я, как вам сказать, настоящий кавказец. Северный Кавказ, Ставропольский край. Эта профессия, она отличается тем, что она сложная и опасная. Ну и по традиции в Чувашии очень хорошо отмечается этот праздник. В этот день мы едины. На митинг пришли и ветераны военно-морского флота. Россия всегда гордилась своими моряками. Сегодня как никогда стоит остро мысль об единении всех. Сплочение вокруг нашего президента России Путина Владимира Владимировича. Нас всегда окружали враги. И поэтому мы пришли здесь, чтобы показать всем, что мы едины и мы непобедимы. Идею проведения митинга, посвященного Дню защитника Отечества, поддержали в администрации города Чебоксара. Леонид Черкесов, депутаты городского собрания, тоже пришли на митинг. Я всех горожан, наших жителей нашего города хочу поздравить с этим замечательным праздником, Днем защитников Отечества. Сегодня мы поздравляем тех, кто служил и служит в настоящее время в вооруженных силах, всех тех, кто стоял на защите нашей Родины, всех тех, кто защищал нашу Родину и за пределами, в горячих точках, с оружием в руках. И в первую очередь я хочу сегодня поздравить наших ветеранов, кто победил в Великой Отечественной войне. Именно 2015 год для нас важен, 70-летие Победы. И мы должны окружить заботой и вниманием каждого нашего ветерана. Каждый ветеран должен быть в центре внимания, окружен заботой близких. И мы говорим, что депутатов Чебоксарского городского собрания, партии «Единая Россия». И этот год мы провести должны достойно. Регина Кубайкина, Расиль Мухаметов.